Инцидент на ЛВРЗ произошел 20 августа. Сейчас на месте работают следователи. Факт смерти на предприятии руководство подтвердило. В результате падения с кровли здания погиб рабочий ремонтно-строительного участка 1960 года рождения. Стаж работы на заводе 25 лет. В соответствии с законодательством незамедлительно создана комиссия с участием государственных надзорных органов под председательством государственного инспектора по труду, которая установит причины происшествия. Коллективом завода семье пострадавших будет оказана поддержка, а также выплачены предусмотренные в данном случае компенсации. Также пока по неподтвержденной информации известно, что рядом с погибшим работал еще один человек, о его состоянии пока ничего не известно. К другим происшествиям. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. Инцидент произошел в одной из гостиниц столицы Бурятии. На замечание реагирования сразу попросили его вывести. Вывели, дали при наружном досмотре, выяснили, что все это находится. Сумма, которая находилась при задержании, вещества темно-зеленого, серо-бурого цвета, с характерным запахом дикорастущей конопли. Блядь, помоги нашел. Телефон я нашел. Вот это сахар. Тоже помоги нашел вместе с этой дрянью. Задержанного, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Огонь под контролем. Пожар на городском мусорном полигоне локализован. На его ликвидацию было привлечено 12 единиц техники и около двух десятков человек. Мы вчера работали в две смены, две бригады работала. Мы работали до 10 вечера, максимально работали. Да. Сегодня утром со скольки? Сегодня работает одна бригада с 6 утра, другая бригада с 8 утра. Две бригады тоже работают. Сотрудники полигона заверили, что огонь будет полностью ликвидирован до конца дня. Причина пожара еще не установлена. Батыр Ламбаев, Андрей Дармаев, Сергей Петров. Новости дня.